Молитвы и песнопения перед пасхальным столом, где представлен весь ассортимент Вологодского учебно-опытного молочного завода имени Верещагина. Отец Алексей Сорокин здесь постоянный гость. Старинную христианскую традицию предприятие возрождает вот уже 10-й год. Обряд проводят перед Пасхой в чистый четверг с надеждой на здравие и процветание. Примерно 150 лет на этом месте существовало производство молочной продукции. Я нисколько не сомневаюсь, что первоначально освящение этого процесса происходило и, скорее всего, именно вот в этих местах. Ежегодно мы проводим освящение нашей продукции, нашего производства. Ежегодно при этом присутствуют люди, и ежегодно мы ощущаем ту помощь, которую мы получаем, в общем-то, в нашей не самой легкой жизни. Речь идет о сложностях, которые заводу пришлось пережить в недавнем прошлом. Предприятие дважды выставлялось на торги, но его удалось отстоять, сохранить объемы производства и весь ассортимент продукции. Оттого и особый символический смысл обряда освящения. Сейчас в сутки здесь производят почти 60 тонн цельномолочной продукции, около 10 тонн сухого молока и до 5 тонн сливочного масла. Не только производственные показатели, социальная ответственность тоже налицо. Предприятие, которое платит вовремя и налоги, обеспечивает без задержек заработную плату и всегда помогает тем, кто нуждается. И огромная дружба связывает с Домом ветеранов, с теми ветеранами Вологодской области, которые тоже ждут этот день. Туда привозится наша продукция завода. В основном это как раз вот творожок, который как раз используется и для куличей. Освященную молочную продукцию попробуют 220 пожилых людей, для которых областной дом ветеранов в селе Молочном стал настоящей семьей. Остальные продукты поступят на прилавки магазинов Вологды. Марина Березина, Михаил Протасов, Вологда РФ.